В данном соревновании участвуют 32 команды. В общей сложности где-то 440 ребятишек. Согласно положению, не допускаются игроки, которые занимаются в детских специализированных школах. Вот мы сегодня проводим, да? А у нас уже следующие соревнования в сентябре. То есть, может быть, вот эти малыши, которые сегодня в младшей группе, они уже будут играть в средней группе. И у них на протяжении, будем так говорить, 4 лет есть такой замечательный турнир. Участие дает возможность этим ребятам почувствовать дух соревнований. Может быть, эти соревнования помогут кому-то попасть в специализированную школу.